В школе номер 20 города Мурманска проблема со старыми окнами существовала давно. Замена на новые пластиковые окна уже началась, но сделать это единоразово оказалось проблематичным. В этом году основная работа прошла в пищеблоке. В школе признаются, финансирования на капитальные работы не хватает. На замену окон во всей школе потребуется не менее 36 миллионов рублей. Это очень большие деньги для муниципального образования. Если мы будем только за счет своих средств бюджетных это делать, это растянется на десятилетия. А у нас нет этого времени. Нам нужно, чтобы детям было тепло. Софинансировать замену окон будет правительство Мурманской области в рамках проекта «Теплое окно». Но в здании это не единственная проблема. Большая часть помещений требует ремонта и обновлений. Если задачу с окнами уже решают, то с ремонтом вопрос остается открытым. У нас как бы периодами, каждый год по чуть-чуть, но глобального пока ничего не планировалось. Но вот сейчас теплое окно, если закончится, ну, в садах, то, наверное, перейдут на школы. Также в планах у школы отремонтировать большие окна в актовом зале. В 2008 году их вовсе заделали, так как детям было холодно, но в будущем планируют восстановить. Сейчас мы посвятили довольно много времени тому, чтобы наметить, какие проблемы являются самыми острыми, и пути решения тоже быстро наметили, потому что, конечно, многое еще сделать предстоит. Начать полноценный ремонт помещений планируют уже в следующем году. Полина Гордеева, Борис Савельев, ТВ-21+.